если есть винтажные автомобили, значит, должны быть и винтажные самолеты. Они для ценителей и собирателей. А еще на них можно летать. Существуют и редчайшие экземпляры. Как выясняется, среди них есть и те, что передаются по наследству. Вы можете ощутить вес истории. История с большой буквы. Удивительно, что сегодня в воздух поднимается аппарат, возраст которого 100 лет. Тут нельзя обойтись без эмоций. Они рождаются, как только вы прикасаетесь к штурвалу. Этот аэропорт действовал, начиная с 29 года, к тому моменту историческому периоду Луи Блériот. Через Ла-Манш исполнилось уже 29 лет. В семье Солис хранится полсотни экземпляров старинных самолетов. Вот тот, что за мной, был действующим лицом в одной из лент с Бельмондо. Жан-Поль сидел за его штурвалом. Это не подлинный аппарат. Мы повторили его в точности, используя как модель XI-5. Мы оснастили реплику двигателем и тормозной системой. Среди коллекционеров и авиаторов-любителей не так много женщин, но все-таки они есть. Гаэль Демико – одна из них. Это легкомоторные самолеты, ими сравнительно просто управлять. Все рычаги, штурвал очень послушные. Их можно контролировать, не прикладывая ни малейших усилий. Поднимаются ли в воздух эти аппараты? Да, но только летом, в ясную и безветренную погоду. Поэтому они практически никогда не попадают в аварии.